Между тем, во временную больницу, созданную в Международном выставочном центре Ухани в Центральном Китае, прибыла первая партия пациентов, инфицированных коронавирусом. В лечебницу поступили более чем 100 пациентов из больницы Уханьского Красного Креста и общественных больниц. Медучреждение специально предназначено для лечения пациентов с легкими симптомами, вызванными вирусом. Больница способна принять 1800 пациентов. Как только состояние больных будет признано критическим, они будут переведены в другие места. В штабе по борьбе с эпидемией в городе Ухань сообщили, что планируется переоборудовать 3 существующих объекта – гимназию Хуншань, Уханьский международный конференц-центр и культурно-строительный комплекс в больнице общей вместимостью 3400 коек. Управление здравоохранения провинции Хубэй сообщило, что еще 70 человек умерли после заражения коронавирусом, тем самым увеличив число погибших с начала вспышки до 549. По данным Национальной комиссии здравоохранения, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 28 018.